Неплохо, неплохо. 93 хп. О, умер кто-то. О, да не, давай заново. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Данила Мок, Бродяга, Хелфан, Куджа, Симпай, Редиска. Пацаны, скажите веселые слова. Всем здорово. Привет. Сегодня мы играем Гаррис Мод, скачали очень крутую карту и решили записать монстров Хентресена. Конкретно у нас сегодня будет сиреноголовый. Пацаны, если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Ну что, давай, можешь начинать убивать нас. Я останавливаться не собираюсь, пацаны. Как вам карта? Осторожно, осторожно. Так, так, так. Красиво, очень прикольно, когда мы на джипах таких гоняем. Пацаны, он оттуда идет. Куда вы едете? Лучше валите. Так, а мы потихоньку едем. О, от первого лица вообще жирно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Давайте мне сделаем на канале 2 ляма подписчиков. Я думаю, это очень легко и просто. Нажимаете подписаться и все. Он меня поймать не может. А я вижу его, вон он там ходит. Мы можем еще вот так встать по красоте. Эй, Рахит, не надо так делать. Покажите, какая у меня машина крутая. Мощный джиперчик. Полетел красиво. Ой, он уже идет. Через мост. Я валю. Отлично, ребята. Он со мной. И скорость у меня не знаю, какая у него скорость. Такая же, как у меня. Ну что, тяжело ему. Тяжело будет нас убить ему. Я понял его задумку. Надо сваливать. А, он уже кого-то там фигачит. Так. Поддаем газку. Так, а там у нас что, вода внизу? Да. Не будем съезжать, рисковать. Он за мной идет. Ну, я так понял, что скорость у меня побольше, поэтому у меня есть преимущество. Просто давить на всю. Мне кажется, там есть другие сиреноголовые, но я не знаю, какой из них самый быстрый. Мне кажется, там есть быстрее. Так, он бежит за мной. Да, сложновато ему сегодня будет, потому что пацаны сегодня у нас наигранные играют. Зеленый, за мной никто не бегает. Пацаны, он вообще хоть кого-то пытается убить или дамажнул? О, там кто-то перевернулся, добивай его. А, убил. Все, два сиреноголовых сейчас будет, ребята. Ну что, началось? Три. Не-не-не, так не пойдет. Я сразу на всю, смотри. Нет. Так не пойдет. Смотри. Ну все, прощай. Димасик, беги. Не, я свалю, я свалю. Я прочим профессионально езжу. Я уже Гаррис Мод изучил. Довольно-таки неплохая игра. Если вникнуть. Все, прощай, чилипиздрик. Блин, ну он меня задамажил. У меня реально меньше стало жизни. Надо сейчас взять другой этот, не камеру, а что-то другое из оружия, тогда я буду видеть. Так, стойте, стойте, стойте. Давайте гранату возьмем. Так, у меня 95 хп, ну и машину он задамажил уже нормально так. Все, стоим, ждем. Не знаю, куда идти. Ты такого медленного взял сиреноголового, лучше бы ты его и не брал. Он очень медленный. Блин, прикольный звук движка, мне очень нравится. Так, я вижу. Газуй, газуй, газуй. Да не, все нормально. Все контролируется. Неплохо, неплохо разогнался. Не догонят. Сколько уже, два сиреноголовых или сколько? Так, ну что, два сиреноголовых. Меня не догонишь. Меня не догонишь тоже, я буду на все газовать. Я уже понял, где-то ты 70 километров где-то бежишь. Вот смотри, дня 80 где-то, 75-80 километров ты бежишь. Раз. Нормальная скорость у сиреноголового. Ну что, пацаны, тяжело вас поймать. Мне кажется, может, а других сиреноголовых нету, да, быстрее у нас? Только такие есть. У нас не догоняют.
Можете других каких-то монстров Хендерса набрать? Кто у нас там еще есть, пацаны, посмотрите. За кого еще можно поиграть? Может, вам будет легче? Пацаны, давайте, кто быстрее по кругу? Я обгоняю. Смотри, прощай, сынок. Ах ты тварь! Зачем ты так делаешь? Это же больно. Неплохо, неплохо. 93 хп. О, умер кто-то. О, да не, давай заново. Стой, так я не ожидал, что ты с одного удара убьешь. Давай еще разочек. Давай просто для интереса, смогу я выжить или нет. Ну блин, ты так легко убил, на? Да ладно, да как так-то? Сейчас, да, я выйду только. Ну что, давай, монстр Хендерсана. Замочи нас. Блин, прикольный тут монстр. Убивает сразу на поражение. Первого удара. От одного удара, да. Главное, что не попадаться ему как-то в лапы или что, как это работает. Вперед. Давайте, просто наваливаем. Привет. Пока. О, тут сигналить можно. Поехали. Окружайте. Пацаны, только на улице, в здание заезжать нельзя, это нечестно. Это 4. В станцию тоже нельзя. Отвали. Есть, ребята, не смог попасть. Да что ты делаешь, тварь? Вот это побоище было только что. Газуй, 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 пожалуйста, машина. Зачем ты меня толкаешь? Мы же каждый сам не за себя. Отвали, сынок. Давай, 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 родная, машинка моя. Блин, прикольно валит. Эх, сейчас врезался бы. Ой, свет можно включить. Вроде бы. Не надо врезаться, не надо. Ух, рядом как. Ну чё, уже, знаете, прям интересно сейчас выживать, когда ты знаешь, что тебя могут убить с одного удара. Но мы тащим, да, пацаны? Остались только лучшие гонщики. Отвори, тварь. Пацаны, ну не врезайтесь, пожалуйста, мы же как бы свои. А чё вы против чешуи все ездим? Давайте все вместе в одну сторону, мне кажется, будет угарно. Отвали, пожалуйста. Бочком, бочком. И просто валим. Вообще как-то скучно. Скучно? С одного удара неинтересно. А, так надо просто, ребята, уметь классно играть. Что вы втыкаете? Надо всегда быть в движении, то есть на скорости лупашить. Так я вообще... Смотри, сынка обгоняю, прощай. Да я просто остановился. Учись. Я вас догоню. 97 лупаши, нормально. Что... Ой, блин! Ты представляешь, подловил меня, я хотел резко вильнуть влево. А, двоих! Говорил, а средиско! Ты что? А чё мы его не сбили? Мы ж вроде как бы должны сбить его были, да? А он ударил раньше, поэтому он... Блин, а было бы прикольно, если бы мы его сбили. Так, давайте тогда кого-то возьмем тоже. Кто у нас еще остался в живых? Кто-то, пацаны, есть кого ловить? Я. Да. А, ты еще есть. Так, Тревор Хендерсон. Меня убили. Я последний. Чё, червяка взять? Он быстрый? Не, вот это чё быстрее? Окружайте. Так, ну что, где это чили-пиздрик? Какой? Так, да. А, не, червяк у нас убил с одного удара, буду за червяка я играть. Вижу, едет, едет. А где, где, где? Сосиска, ты не туда бежишь, обратно. Это бегу обратно. Вон он, черный. Вижу, 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 пацаны. Играем красиво. О, червяк, кстати, прыгает очень далеко. О, ну что, красиво. Моя участь настает. Ах ты, тварь! Обманул меня. Не, я просто не успел. Не успел. Ну, прыгает он очень далеко. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что? Еще кто-то есть? Нет. Так, давайте сделаем выживание. Я один против... А вы все против меня одного. Давай. А потом кто-то из вас еще тоже повыживает. Я. У меня 602. Кто первый меня убьет, тот потом и будет выживать. О. По-честному? Да. Так, ну что, для этого мне, ребята, надо взять очень быструю машину, и такая у нас есть, так как это у нас GTA San Andreas, здесь есть столько машин. А возьму низкую, тогда что у нас получится? Я буду застревать в бордюрах. Вот ё-моё. Хорошо,
Ну а не что, тогда давайте возьмем пожарку. Ну что, пацаны, вы готовы? Да. Ну давайте. Кто убьет меня первый, тот и будет лучшим. Только стойте, стойте, дайте я развернусь, а то вас там много, я сейчас умру. Дайте, я заеду за угол круглого дома. Кстати, там впереди меня уже ждет, да, я тебя проеду. Но это нечестно, просто кто-то из вас сейчас нечестно поступит, и все. Я уеду, только где никого не будет, и тогда можете мочить. Блин, ну медленную машину взял, говняную. Хорошо. Ну что, ловите. Красиво, красиво едем, ребята. Главное, что не останавливаться. Только таким образом я смогу выжить. Все, редиска. Давай, редиска, бери себе машину, а мы берем себе опять монстров Хендерсона. Последняя битва. Кто его выиграет, тот лучший игрок в этой серии. Вы готовы? Да. Так, где он, редиска? Я вижу его машину. Отчитываем время. 10 секунд. 20-10 секунд. Давай. Все, отчет пошел. Просто очень тихий. Ну что, 3, 2, 1. Поехали. Мочим, пацаны, его мочим. Я его буду специально в одну сторону гнать, так как мы все за себя. Поэтому, может, мне повезет, и я его убью. Он к нам едет. Так, прыжками я его догоню. Ой-ой-ой-ой, пацаны уже догоняют его. Блин, не хочу падать. Не хочу, хочу с разбега перепрыгнуть. Красиво. Смотри, смотри, сейчас сиреноголовый его замочит еще. Так, навстречу бежит CatDog. А нет. CataPass. Такая движуха за ним бежит. Он молодец, кстати, смотрите, всех объехал, и никто не смог его убить. Ну ничего, ему можно везде убегать. Пацаны, ловите его. Блин, я не вижу, не прогружается карта, очень нормально. Оптимизация прикольно сделана. Что, он уехал? Не, вон он остановился. Все. Редиска, ну что, Данила сегодня самый худший игрок. Ой, лучший игрок. Да, самый худший. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Эпичный взрыв. Всем пока, я не успею. Смотрите, как бомба полетела красиво. Ставьте лайк. О, нет. Ой. Мы живы будем, ребята. Меня не задело. Меня не убьют.